Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, я на Фучика 8, в 7 цветах. Начала нестандартно, не с орхидеи, просто подошла и думаю, нет, потом я это все буду выкорчевывать, будет сложновато. И решила начать с фиалочек, это фиалочки-красоточки. Так, что у нас тут? Ой, какая вот эта вот. Но она у меня есть. Чудные-чудные фиалки, очень красивые. Ой, тибузик. Какая? Это красиво. Ну, наверное, это красиво здесь есть. А не вижу. Смотрите, да? Сейчас мы ее поближе. А вы вот тут посмотрите. Что, то ли я тащу, то ли я вытащила, то ли. Анатолий. Вот такая красота. Очень красивая. Девочка-красавица. Вот. Тут главное мне не перепутать и не сказать орхидея. На фиалке сказать орхидея, так как я это могу. Мне это запросто, очень просто и реально. Смотрите. Тоже. Ути, да? О, ой, это красота. Вот это обалденно. Вроде махровая, а меня просто поражает красотой. И много завезли за фиалку, скажу сейчас. Покажу это и скажу цену на фиалочку. 149 рублей, декабрист. Вот он такой красавец. Может быть, здесь и затесался тот, который я купила за 400. Но там, сами понимаете, экземпляр был шикарнейший. А тут непонятно, он не цветет. И может быть... Вот. Красотки. Так, фиалочки у нас стоят, давайте посмотрим, 179 рублей, они здесь, конечно, разные. Вот, например, я думаю, этот экземпляр будет дороже, да, 229 рублей, 200, 209 рублей, а это 220 рублей. А вот эта фиалочка тоже 209 рублей, а вот эти вот недорогие, 179 рублей, прелесть. Ну, минничек тут немножко, совсем чуть-чуть, я там покажу еще какие я там взяла, которых не было в прошлый раз, минничек в этот раз очень-очень мало. Ну и все равно 415 рублей, они подорожали. А интересно, почему 755 рублей вот это вот? Ну это вот что-то из старого. Вот он, ну такой дорогой. Да, он дорогой за 1249 рублей. Но ну, так у тебя так похожие есть. Нет, у меня такого нет. Та же красотка. Но она дорогая, наверное. 545 рублей. Но это недорого для мультифлорочки. Дорого, 1249 рублей. Очень красивый, очень. Похожие у тебя есть. Похожие, да. А это даже на Пуаро похож. Мини-марк все еще стоит. Он такой. 1345. 789 рублей. Очень хорошенькая орхидейчика. Очень. Вот такой подарочной упаковочке. Вот. Так, это у нас Монтрю. И вот там вот красоточка. Сейчас вам ее покажу. Она мне часто попадается. Мне она очень нравится. Но вот. Ой. Девочка. Конфеточка. Так, башмаки у нас тут. За 1099 рублей. Лудизия. Это драгоценная орхидея. Вот она вот так цветет. У меня сейчас цветет она. За 775 рублей.
большущие орхидеи за 1455 рублей. Вот так вот. Вот такая красота. Так, пантесия вот здесь зачесалась за 175 рублей. Пока она, да, там разрастется. Ну, красивая, конечно, красивая, но ухаживать надо, ухаживать. Это тоже, наверное, какая-нибудь сортовая стоит среди вот на этом. Конечно, сортовая за 979 рублей. Что, ты глаз положила? Ну, красивая, не, посмотри, не, крапушка. Красивая, конечно. Ну, вот эти в прошлый раз были. Да, они были в прошлый раз. Ну, мне так есть, у меня такой есть. Вон еще один беглипчик. Тоже зачесался здесь. Это этот винвиолет. Да-да-да. Почему? У меня есть такой. Это не Хоткис. Не Хоткис, да? Нет. 1249 рублей. Это ой, винвиолет. Красавец. Да. А я или пески назад. Одним, да. И недорого, да? Ну, никто смотри. Не за такую. Или пески назад, да, такой. Ну, отлично. За 600 отличная цена. Видите, цены здесь стали, конечно, не такие сладкие, как были. Не такие красивые, как раньше можно было набрать. Ну и все равно сейчас можно найти что-то красивое, что-то интересное и по хорошей цене. Ну, мне сколько набрала, да? Набрала. А что я набрала? Я набрала фабрику парфюмерную. Ох ты, боже! Ой, ну какая она красивая, вы посмотрите. А? Не знаю, как вам ее показать. Везде она прячется. Вот. Ну, она дорогая, конечно. Беглип тут. Что ж вы беглип-то так закрыли-то? Беглип-то так закрыли-то. Ой, вот он. 1249 рублей, но он, конечно, красивый, он красавец и до сих пор стоит. Но кто-то был рад бы, был бы его купить, тоже красота. Но мне кажется, но не стоит 1209 рублей. Смотри, какой красивый. 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 Крапушек такой. Да. И но сам не... цвет очень красивый. Да, но не для того, чтобы тебе его купить. Ну и что? О, белый. Ой, 1249 рублей. Зачем деньги тратить на то, чтобы полежало, да? Надо брать то, что есть. Брать то, что есть. Вот. Ой, вот это. Ты же моя краса, ты же моя красавица. Это Джиллиан. Это Джиллиан. Очень красивая орхидея. Ой, это еще одна. Нет, не было тогда ее, не было. Это Джиллиан. Помню хорошо. Всю такую красоту. 979 рублей. Сейчас еще. До одной доберусь. Вот она. О. Вот, вообще красотка. Ага. Сейчас, подожди, поднимусь. Дешевая, 565. 565. А это не... Рим? Не Рим? Так, у Иры спроси. Она лучше знает. Так, это у нас 979 рублей. Очень красивый, эффектная орхидея. Очень эффектная. Вот, ставим на место красоту. Не скажешь, что, знаете, подешевело. Разбирайте, не бегайте. Не скажешь. Вот. И, ух ты, какое! Вот это интересное. Вот это очень интересное. Такой переходящий цвет от темного светлого.
Вот такой беглипчик красивый, недорогой должен. 905. Да, 905. Да. Да, дорогой. По-моему, такой же, который в прошлый раз был. Мы оставили, что он наверное, без корней был. Наверное. Но вот это, посмотри, какая орхидея. Но она уже как бы покоцанная. Мне кажется, она уже такая покоцанная. Не знаю. Давай я поставлю. Да, найдут. Красотки желтые, да? Вот. 979 рублей. Очень красиво, желтенько. Вон беглипчик. Белых много беглипов. Ну, цена, конечно, да. Так, это Кариночка, африканский закат. 495 рублей. Ну, красиво. Очень нежная, красивая орхидея. Ох, нравится она мне, нравится. Ну, все с этим беглипом. Ай. Не оторваться от беглипа. Вот. Ох, какая губа. Вы посмотрите, боже. Мама дорогая, какая ты красивая. Аж сердце, знаете, у меня сердце зашло, правда, на такой красоты. Так, еще огромное количество беглипов. Смотрите, красивых, да, таких обалденных. И белых беглипов. Так, там, по-моему, не, ну это не чармер, это еще тот старенький стоит. Да, еще с прошлого раза. Похож, конечно, на чармер. Но не он, за 495 рублей. Красивая орхидея. Так я на это все смотрю, смотрю. О, ну вот это бесподобное. Бесподобное, нравятся мне такие. И ничего ты с этим не поделаешь. Ух ты, ух ты. И цена должна быть хорошая, с одним цветоносом, 565 рублей. Замечательная цена. Мне кажется, хорошие крышочки, там должны быть основания хорошие. Возьмите, купите, купите. Смотрю, глазастик красивый. Так, это у нас, ух ты, 495 рублей. Ух ты, это я про то, что забыла. Как его зовут? И как же тебя зовут, дорогой друг? Моушен. Это Моушен. Вот, это Моушен. Тоже красивая орхидея, цвет красивый. Интересная очень. Я венозников, как бы мне нет предпочтений к венозникам, у меня предпочтение краб. Естественно, если я смотрю, и это краб, и это меня в душе колокочет, в душе ликует. 689 рублей, и мне все нравится. Вот. Вот еще. Опа! Какая? Зоя сзади зеленая, да? Так, ну это с прошлого раза, как я смотрю. Дендробиум. 1055 рублей. Дендробиум Нобеля. Так. Вот такая красота. Ну, это уже не один раз попадается мне. Эти орхидеи. Они, не, ну как-то вот хватаю тебя, да, Монтрю, и каждый раз ты мне нравишься, а ты мне нравишься. Дальше красотку, что нашла. Посмотрите, какая минечка, какая красавица. Очень мне она понравилась, красивая такая, я люблю. А что я не люблю, да? 545 рублей, а что я не люблю? Можно сказать, Ира, ты все любишь? Поэтому сиди даже и не вякай. У нас холодно, конечно, на улице. Другой экземпляр надо будет выбирать, какой получше из него. Вот, потом еще одна такая темненькая
Не, не тюль, не другой. Вот это мне сказали, что это Бамунд, как он мне понравился. 689 рублей, по-моему. Ну, меня губа поразил. Не, ну я, конечно, стоять, я, конечно, не возьму его, но как знать. Я, Маша, вообще ничего не возьму. Понимаете, меня как бы... Ну, вот еще красотка. Вот еще, смотрите. Вот. Вот такая девочка-красавица. Вот. Леодорочка. Ну, Леодорочка я, конечно, брать не буду, она 1285 рублей. Но такая. Видите, уже, грубо говоря, ни о чем. Но у меня есть Леодора, мне не надо. Я взяла понюхать, полюбоваться, вот так. Вот такой беглипчик. Смотрите, очень красивый беглип. Обалденный. 1249 рублей. Вот еще одна орхидейка, тоже очень красивая. А, тоже беглипчик, но мне не надо. Мне не надо беглипы, все, хватит. Эра беглипа прошла, 1249 рублей. Они очень красивые, очень, но у меня в последнее время сколько? Три беглипа загнулись. Ну, сколько можно? Это у нас, это Брион. Очень мне нравится. Я теперь не уверена, что у меня, Брион или Монако. Ну, тогда мнения разошлись, когда я показывала, здесь тоже покупала. А, тем более он стоит 500... Сколько? 565 рублей я, скорее всего, возьму, потому что это моё. Знаете, вот состояние такое, не отдам никому. Это моё. Прелесть прелестная. Ну, такая красавица. Слушай, а тут сломан цитанус, или это я сейчас сломала? Вряд ли ты сломала. Вот, посмотрите. Мы бы слышали бы это. Так, за 689 рублей. Вот. Господи, золотой леопард, да? Нет, золотой леопард. Да, золотой леопард. Ой, красавец. Вот он такой яркий, такой весь. У тебя его нету, да? Вот такой шикарный беглип. Но цена не шикарная. 1249 рублей. Что-то мне не нравится цены нынче на беглипы. Как-то вот нерадостные. А вот этот шикардосный вообще. Вот прям нереально красивый. Очень красивый беглип. Но тоже дорогой, к сожалению. 1249 рублей. 1250, да? Ну, если так округлить. Обалденно вообще. Вот. Наши минички. Вот они, красотки. Я такую взяла в прошлый раз, нисколько не жалею. Не бывает иногда, я куплю и начинаю мяться, жалею, думаю, блин, зря купил. В этот раз нисколько не жалко, нисколько. Вот, вот такая красота. Вот, потом... А это я уже показывала, по-моему, если я не путаю. Ну, такая девочка-красавица. Очень красивый по цвету. Очень. Вот. Посмотрите, какие бутыля. Какие подарочные. Можно подарить. Очень хороший подарок те, кто любит. Тут написано композиция из суккулентов. 2879 рублей. Кстати, я не в курсе была, что вот эти суккуленты. Ну ладно. Ну хорошо. Так, век живи, век учись. 4145 рублей. И стекло тоже суккуленты. Посмотрите, какое стекло. На подставочке. Красота неимоверная. Вот. Это уже подешевле будет. Так, тут у нас на дне. 3055 рублей в стекле. Красота. А здесь дырочка есть, все нормально. А бутылки как туда? А как доставать, если что? А как чего? Вот из бутылки неудобно, а здесь дырочки нету. Давайте мы вас воздухом дать вам. Воздух. Там у них... Ну, не знаю, может быть, им так и надо. Вот елочки. Боже, елочки. Давайте елочку купим. Елочка 299 рублей. А это елочка? Ель канадская. Угу. И на лоджию. 319 рублей. А, это кто у нас? Ель?
Тоже канадская коника. Ой, а это подарочная. Подарить. Дан-дан-дан-дан-дан. Ну давай. Дан-дан-дан-дан-дан. Такая. 359 рублей. Тоже ель канадская. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Ну такая шикардосная, смотрите. Что-то у меня настроение хорошее. И поводов нет. 899 рублей. Вот такая красота, да? Красиво. Ой, он сзади, говорю, внизу. А внизу с гномиками за 899 рублей. А ты что, гномик там завалился? Ты был тут? О, как тебя-то заштормило. Уже празднуем? Угу. Пантессия. Ну, Пантессия вон там показывала. Такая красота. За 1299 рублей. Вот так вот. Смотрите, новогодняя распродажа. Минус 30%. Только на хвойные растения. А цена, по-моему, у них... Так, что у нас здесь за бумажка? Ель канадская. Новая цена. Ага, вот это новые цены у них. Ель канадская. Горшок диаметра 12. 349 рублей 32 копейки. Дан-дан-дан. 359 рублей. Дин-дин-дин. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ. Вот еще здесь еще есть эти анцидиумы обалденные. Красавец. Цимбидиум это. Извините, это цимбидиум. Это у нас 1179 рублей. Дендробиум Берри. О, да. Вот это, конечно... Вот, берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, балуйте их по возможности, вот, чтобы все-все-все было у вас и ваших близких хорошо, будьте счастливы, вот. Ну и, ой, ну вот это, ты ж красавица, вот. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение, взаимопонимание между разной верой и вспоминаниями. Всех до новых встреч, до свидания.